Конкуренты спецслужбы и киберпреступники свободно распоряжаются информацией, которую пользователи отправляют друг другу. Защиту деловой и личной коммуникации необходимо усилить, уверены разработчики компании Encryptotel. Стартап выпустил бета-версию АТС, на доработку которой уже привлек более $3 миллионов инвестиционного капитала. Финальный продукт разработчики обещают выпустить к концу текущего 2018 года. Но уже сейчас они предлагают телекоммуникационные услуги, основанные на инновационной облачной PBX. Это система корпоративной VoIP-телефонии.